и здесь. Ну, Он может, в принципе, да, говорю, мотнуться, и ты но да, в одну сторону. А я-то о чем вам толкую-то? Слушай, он постоит в грязи, он правда едет лучше. Ни хрена он не едет. Да ну не скажи он вообще. Вот я постоял сколько времени, дрык и поехал. А я вот постоял и вообще тронулся. Ты ж легкий. Я сильный, но легкий. Что такое? Выплюнь, бога ради. Не сигналь, не создавай волну, не дыши. Не пукай. А ты не гони сзади. Блин, а я застрял, меня не вытащит никто. Я нет. Серега. Нет у меня. Займись работой. А ты куда уехал? На ЗП? Нет, я просто уехал. Да нет, он просто уехал. Не, заправиться надо будет. Ну ладно, смотрите. Хотя то на 600, у меня там нет тоже ни ничего. Кажется, не помню уже. Да ты мне мазу сейчас полностью заправил. Угу. А надо было просто взять и оттянуть тебя в сторону. А надо было зажать shift и половину заполнить. Да-да-да-да. Не, кайф, конечно. То, что мы сейчас все это сделаем, вообще не отходя от кассы. Чик-чик-чик. Так, Гриша. Подожди, еще переложить надо. Передать подожди. Надо. Подожди, Гриша. А, чего? Надо пропустить Виталика вперед. Чтобы под него подстроиться себя. Вот сейчас где-то нам надо остановиться. Он пусть как хочет объезжает нас по левой стороне. Ну вот сейчас впереди у меня пеньки заканчиваются. Да, 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 я вижу, я ж поэтому и говорю. Рома, ты можешь здесь остановиться, я объеду тебя. Если ты сейчас прямо встанешь. Ну, пожалуйста. Ага. Виталь, меня с правой стороны здесь проедешь. Да всё, вот. Подожди, Рома, стой. Да стою. Вот. Все, давай вперед. Ага. Чего, не объедет? О, да он мне все бревна, он поправил. Ну, значит, дальше едем пока. На повороте там он объедет нас. Слушай, ты мне сильно, Виталька, бревна поправил. Ну, ты что сделаешь? Довезешь. Да? Че, нормально лежат? Ровно? Не, от переда чуть назад съехали. Так-то лежат, да, без проблем. Яблоко пришел. А я и не уходил. Вот давай, наверное, Ромка, вот здесь я тебя объеду. Еще маленько проедешь? Давай. Я уже давно тут возле моста этого стою, а вы где-то едете. Ты понятно, там Шумахер. Ну да. Бочку нет, ну вы сейчас подъедете, я вас заправлю и поеду. Не, за Ром, еще маленько, Ром. Не могу вывернуть, сносит. Вот, стой. У вас кразы-то полные стоят? Стой, да. Стой, Рома, стой. Пенек впереди, уже надо вылезать. Так, одного. Гриш, у тебя тоже полный крас? Да у нас там мазы стоят. Там сейчас сначала проблем не будет. Я бы их тут прям возле моста заправить и поехать. У меня, не знаю. У меня Виталь, а налево через пеньки не пройдешь? Вон туда прям по прямой. Видишь, просека? Да, мы сейчас на повороте. Попроси, пройдем. Может быть, Серега тебя протащит. Попробуйте. Да лишь бы он там не кувыркнулся, то будет просто. Да он не кувыркнется, Серега тяжелый, я думаю, он его протащил бы. Да вы сейчас на повороте разъедетесь, Гриш. Мы не из колеи, не вы. Да-да-да. Ну, это да.
Уже поздно, надо было его раньше там с собой. Да, да, вот он меня обогнал, а вот Гришу сейчас на повороте там дальше обгонит. Дальше обгоню, ладно. Угу. Могу вам по луже сейчас. Колин Макрейн, да. Не надо по луже. Это мне остыл. Держи дистанцию. По-европейски ему насади. Не будь европейцем. Да, тебе сейчас все выворачивать надо будет. Представляешь, нам два и вин. Ты сзади, я тебя не вижу. А Гришку вижу. Сюда втаскивать надо. Сейчас. Да ну, он есть сосны, которые могут так втащить. Что там втаскивать? Тебе тем более лебедочник вообще не привыкать. Послать что ли тебе? Да ну. Дело в том, что тут сейчас дернешь-то, они вывалятся. Ну, естественно. Надо аккуратненько. Лебедочечкой. Лебедочкой. Сейчас, если кто-нибудь поможет, они могут улететь. Вот сейчас, если Гриша остановится, я... Да, вот его надо остановиться сейчас. Я сейчас правее чуть еще протяну, вот в чем дело, еще ему... Не, а я уже тебя обогнал. Ага. Давай. Совсем. Благодарю. Спасибо. Не стоило только, ну да ладно. Так а я чё, я поехал на заправку все равно. Ну да, давай, давай. Да-да, давай, давай. Ох бы здесь бы автономка-то пригодилась бы. Лорд отписался. Ну, я думаю, завтра кто? Все завтра работают, да? Может, завтра зиму проехать. Это кто? А, это Сережка. Ага, мне сюда, я так понимаю, да? И налево. Ага. Блин, ребята, я не знаю, вы хотите на мост задом заехать? Ну, а есть выбор. Ответ на вопрос. Сюда на мост сейчас задом? Нет, мы сейчас. Да. По-другому он не заберет бревна. А... Либо ему надо с берега забирать бревна. С берега? Есть, а куда еще? Чего? А, у вас по-другому все равно не получится. Да, нам жопа, и тут есть место для разворота, и задом надо будет сдавать. А есть либо. Либо нет. Выгружаться сейчас там. Угомонитесь, сюда даже передом сложно заехать. Нет, это я понимаю. Ну и чего? И куда девать-то? Трухлявый. Надо разворачиваться и скидывать так, чтобы... А, нет. Гриша, заезжай первый на мост. Виталик подъедет к попе. Да, так, подожди. А потом тебя спихну туда в речку. Чего? Ну-ка, подожди. Ну, когда кончатся у него бревна все. Да, тогда у него все бревна заберут. Он утопит его. Утопит он его, да. Ну. Все, я максимум, что могу сдать назад. Да, в принципе, должно получиться. Гриша, ну если не получится, это беда. И чего? И чем мне? Передом или задом? Передом. Передом. Пусть задом-то, ты передом попробуй еще заехать туда. А зачем Ромаха сдал назад? Потому что если грузить, чтобы смотреть, то на какой максимум. Здесь как раз только сзади. А тебе, Гриша, даже можно будет морду скинуть с моста. Не-не, не надо, вдруг он туда нырнет, нафиг. Из-за передних колес весь? Я, конечно, не против, но... Да-да-да. Да.
так. Начинается извращение. Так, знаешь что, Гриша, цепляйся за дерево роспуском. Попробуй тихонечко сам вывернуть роспуск, подтянуть поближе к краю. А там ты уже сейчас не зацепишь. Зря ты уже уехал туда. О, уже уехал. Ага. Надо было раньше подтянуть. А теперь он ни дерево не достанет, и я не смогу, наверное, помочь. Конечно, могу попробовать. Ну, выбора-то, собственно говоря, нет, Виталий. Нет, он там вроде как мост сделан так, что вроде бы... Вроде бы... Вижу. Да не должен. Должен. Тихо, Гриш. Он уже зацепил. Гриш, стой. Чуть-чуть, вот, чуть-чуть. Подправь просто, и все. Там прям вот децл совсем. В колеса, а не в бревна. Ну так а что он делает? А он же высокий. А ты этой клюкой не можешь его своей под роспуск? Под колесо, в смысле? Да, но насквозь колеса. Я вижу. Видишь, надо пробовать. Виталик, ты знаешь, как можешь его поправить? Сзади заехать со стороны берега и этим лебедкой подтянуть ему роспуск. Я могу, конечно, подъехать, но я боюсь, я потом назад не сдам. Ты сейчас у него заедешь и все. Кран трогает. Нормально, попробуй. Ага. Сейчас как бы а полюшу, ты уперся. Не произошло. Угу. Ты уперся в саму стойку, Виталь. Ну, собственно говоря, я тебя маленько поправил. Попробуй. Не, еще чуть. А еще чуть не могу. Сюда близко не бери просто. Во. Отъезжай. Не, Гриш, не заедешь. Все, ребятки, это почти максимум, куда я могу. Ну все, и Гриша сейчас до максимума вперед. Да, и все должно быть хорошо. Карта ошибка туриста называется. А, да отлично вообще. Отличненько. Виталик, а тебе задом, если бы заехать? Не, лучше было. А он посередине, Ром. Наверное. Ну смотри, тебе грузить, Виталик. Гриш, стой. Гриш. Ну я, в принципе, могу и вперед, и назад, если что, подравняться. Не. Только теперь вся проблема в том, что я уйти-то не могу. Не можешь ты уйти, тебе надо по одному бревну мне давать. Да, и пересаживаться в свою машину, он тебе грузить, принимать и так вот туда-сюда. А я не могу уйти вообще, у меня бревна уже провалится. А не можешь мне подъехать туда сейчас? Куда провалится? У меня вон машина. Да, сейчас Ромку загрузим, потом Серегу. А ты возвращался на свою машину, Ром? Ну конечно, я 500 миллионов раз прыгал, ты че?
А, я на месте, да? Нет, конечно, сейчас Виталька меня загрузит. Потом загоняюсь, кто там следующий, ты загоняешь машину. Ты садишься в свою машину, Виталику отдаешь бревно. Все, понял. Свою он тебе грузит. Ну все, будете командовать, все, я стою. Ты будешь, Виталька, клюку вот эти вытаскивать свои шляпы упорно? Не даю. Ты их сразу вниз опусти, а потом в ширину. О, Денис попробует опять. Они сейчас вверх. Нет, они не откидываются. Пробуй, я же всегда так делаю, Ром. Да. Знаешь, надо было с ними заезжать вниз опущенными, в смысле. Ну ладно, давай пробовать. Лишь бы теперь загрузиться. Ну что, парни, удачи. Угу. Всем пока. Ну так мы точно еще не ездили. Да. Как неуловимый мститель, то появляется, то пропадает. Не, ну что сам. Что самое интересное? На крышу да положить. Вот эта карта открыла новый режим перевозки бревен. Да, новый режим перевозки бревен раз. А самое интересное, эта карта открыла 4 часа двух пилорам и одного в гаражах. 4:39. Мы еще даже на ту сторону никто не выехал загруженный. Кто, говорит, Дэн, кто опять так дышит? 4 часа. Сережка. Или Дэн. Ну, можно ронять, если что. Дышит так. Нет, не знаю. Значит, Дэн. Сергей. Ага. Да, я. Но я когда буду заливать на YouTube, я обязательно в это в скобках напишу, что так мы еще не ездили. Ну, идея с двумя мостами, это, конечно, просто шикарно. Ошибся конструктор, когда строил мост. Ну, промахнулся немного. Ну, конечно, передаст. 4 часа 40 минут, только на 2 пилорамы. Кто он еще после этого? Как их фигово видно в этой куче. Одно упало, по-моему, нет? Я, блин, ему сейчас упаду. У Витуса сейчас реально ювелирная работа. Это охренеть. Сейчас еще стемнеет. Да когда это нас останавливало? Да никогда. Начало пропустил бы, кто КамАЗа утопил в реке. Угадай с трех раз. Сергей? Конечно. Да. Парни говорит, да здесь легко проехать. Парни, а вы не знаете, чего я под водой? Я же писал подсказку. Держите друг друга. Никаких подсказок. Ну. Все хорошо. Не отказались меня держать. Сказали. Ныряй, Серега, ныряй. Ныряй, Серега, ныряй. Я и нырнул. Ты говорит, ладно, он потом еще и мазурика утопил. Ага. Нет, мазурика-то я уже... В здравом уме. Давайте тогда следующий, Серега грузится. Да-да-да. Да, я заеду. Yes! Первый пошел. Первый есть. Что, на погрузку ехать? Сейчас Ромаха выйдет. Сейчас, ребятки.
Слушай, я еще разогнался здесь, так классно. Ты особо не гони там, гонщик. Тут же мост, да. Да-да-да. А тем более там вот это вот. Все. Все круто. Первый есть. Хе-хе. Да, Дэн, мы все-таки умудрились довести 18 бревен.